Ребята, всем привет! Опять я в своей деревне приехала на этот фундамент, который уже копаю пятый раз. Вот сделала небольшую отсыпку. Идут одни черные керамика. Им вообще одна черная керамика. Провела своим Деусом. Прозвучал сигнал. И у меня выпало 2 копейки 46-го года. Вот здесь покопала немного, сигналов нет. Посмотрите, сколько черной керамики. Вообще ужас один. Одна керамика черная. Начала здесь копать. Только первую еще сделала отсыпку, вторую не делала. Прозвучал сигнал. У меня монета царская. Ой. Не знаю, что за монетка еще. 1 копейка. Сейчас, подождите. Одна копейка 1906 года. Николай II. Так и кружусь по дому. То там покопаю, то тут выкопала. Мне кажется, это не печка, это порог в дом был, потому что там камень лежит. Здесь покопаю. Сейчас у меня был очередной сигнал. Сейчас я вам покажу. Выпала мне весовая гирька. Здесь должно клеймо стоять, но она сейчас грязная. Когда я ее помою в конце моего копа, вам покажу. Сейчас плохо видно, она грязная. У меня такие есть. Тяжелая. Вот попалась мне такая бутылка, она раскололась. Жалко, что расколота, но у меня такая целая большая бутылка есть. Осока тут выросла. Ребят, посмотрите, какое стекло встречается. Кузнецовское, думаю. Такие глиняные. Это тоже кузнецовский. Да, вот осколки бальзама. Хочу вам показать, вот какой мне топор попался. Первый раз такой нахожу. Классный. Я его потом отреставрирую. У меня в коллекции топоров такого нету. Тяжелый, кованый. И весь хороший. Классный топорик. Вон пугало стоит у Сереги в огороде. Нашурфилась я, ребята, и решила походить еще раз по огороду, но на другой программе. На этой программе я здесь у него ходила 2 раза. Нашла только 3 копейки, по-моему, советы. Но там была дискриминация у меня плюс 2,5. Сейчас я хожу на программе «Чешуя», и дискриминация у меня минус 2,5. И представляете, как я могла пропустить, я даже не представляю. Выпала вот такая красивая полушка 1731 года. Вот сейчас похожу на этой программе, может, еще что-то интересное найду. Ребят, на сегодня коп мой закончен. Вот видите, трактор стоит.
Березу у нас рубят. Скоро березы не будет. Всю за границу увезут. Подведу я итоги своих находок, которые накопала. Вот, посмотрите, сколько тут ходячки накопала, еще ходила по деньгам. Это, значит, 2 копейки 1946 года. Полушка 1731 года. Значит, 1 копейка 1906 года. Николай II. Значит, вот такая баночка, я ее помыла. Вот такая гирька. Написано 48Z10 посредине H. Ну, вот такая гирька весовая. Тяжелая. Кстати, вот я выкопала. Похоже, это медная кресала, которым выбивали огонь. Вот такая пуговка попалась, но неопределяемая. Хотя сушка вся в окислах. Так, попался мне вот такой ключ от амбарного замка. Вот такой замок старинный. Вот такая штука попалась. Может, это наконечник от копья? Не знаю, что это такое. Первый раз такое нахожу. Самая интересная находка у меня — это сегодня вот такой топорик. Хочу немного вам про него рассказать. Я зашла в интернет, в Google, нашла его и прочитала. Это финский топор 19 века, начала 20-го. Здесь соседка у меня живет, я ей рассказала про этот топор. Оказывается, у нас в деревне жили финны. И поэтому вот такой топор и оказался. А я думала, что его, может, привезли во время Великой Отечественной войны как трофей. Оказывается, совсем было не так. Это моя самая лучшая находка на сегодня. Он мне очень нравится. Я его отреставрирую. Также я посмотрела в интернете, что у него особое топорище, которое надо будет заказать, кто занимается по дереву. 75 сантиметров длиной. Я обязательно это сделаю. Закажу, очищу его, приведу в порядок. И вот у меня в коллекции вот такой классный топорик. На улице тепло, надвигаются тучи, может, скоро дождь начнется, а я собираюсь домой. И всем пока-пока, до новых встреч!